В Беларусь пришла настоящая жара. Сегодня в стране до плюс 32, ночью до 22 тепла. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Дождь возможен только в Бресте. Медики рекомендуют пить побольше воды. А МЧС и ГАИ воздержаться от дальних поездок на автомобиле. Жаре и грозам белорусы обязаны скандинавскому антициклону. Его влияние сохранится и на следующей неделе. Завтра воздух прогреется до 30 градусов. В Минске, Бресте и Могилеве ожидаются грозы.